Короче. Так, ребят, добрый день. Если изображение и звук есть, кто-нибудь в чате плюсик киньте, пожалуйста. Так, окей. Были у нас проблемы с WebEx. Вроде бы сейчас их решили. Тоже не мог подключиться. Наверное, подождем минут 5, пока все подключатся. Все желающие. Буду добавлять участников по мере подключения. Подключаются потихоньку участники. Так, время у нас 11:17. Еще раз говорю, что были проблемы с WebEx. Только сейчас удалось решить, поэтому начали на 15 минут позже мастер-класс. Тема мастер-класса сегодня у нас пробой отскок. Ведет мастер-класс Алексей Сергей. Сейчас смотрю на сишку, на валюту. Взял здесь неплохой лонг слоев. Не додержал, конечно, как всегда. Добавляю еще участников. Так, что касается сделок. Вот сегодняшние сделки. Резу пока вот такие копеечки. Сейчас переключусь на графики, посмотрим графики и потом поторгуем совместно. Так, здесь у меня три графика. Здесь 15 минутки, 5 минутки. Си, USD том и евро том. Отмечаю я уровни поддержки сопротивления, это обычно максимум минимум после торговой сессии, какие-то сильные уровни проторговок, которые визуально видны глазом. Стараюсь торговать от уровней. Когда торгую, смотрю на кластера и на ленту сделок. То есть стараюсь увидеть большого участника, какую-то инициативу в свою сторону и зайти в сделку. Также люблю находить всякие разворотные моменты, которые связаны с объемами. На вертикальных объемах смотрю. И, как правило, обычно у нас всякие дневные развороты хорошие происходят на повышенных объемах, на вертикальных. Вот если видите, здесь у меня на сишке, на 5-минутке, на минутке у меня отмечены некоторые уровни, на которые я опираюсь при прохождении таких объемов на выносах уровней. Я смотрю точку на разворот.
Так, ребят, что вопросов пока никаких нету. Еще раз скажите, как звук изображения есть, чтобы еще раз проблема со звуком. Кто-нибудь один плюсик поставьте, что есть, все в порядке. Так, спасибо, вижу, что все нормально. Так, следующий монитор покажу. Это Сбербанк. Сбербанк, фьючерс Сбербанка, РТС и нефть. Графики также 5 минутки. Сейчас видим, что в принципе почти везде у нас боковик. Такой жесткий. Но смотрим верхний правый график МВБ. Видите, жесткая проторговка. Чуть-чуть мы пытались расширять здесь диапазон. Вот, покажу, была попытка пробоя наверх. И также была попытка пробоя вниз, тоже ничего не пошло. То есть пока боковим на всех инструментах. То есть пока сейчас стою без сделки, ожидаю какой-нибудь хорошей ситуации. На фьючерсе смотрю на объем какой-нибудь повышенный. Сегодня была здесь неплохая точка входа. Несколько раз давал в шорт от 2500 на Сбербанке фьюча. Потом было проедание этой 2500, тоже был там неплохой сквиз наверх. Отскок взял, на проедание не успел. Отвлекся. Нефть. Тоже видите, в принципе, боковит, облизывает уровень 63, прокололи наверх, сейчас ушли вниз, то есть крутимся около 63. Но РТС тоже, что было видно, открытие было сильное вниз на 700 пунктов. Сейчас мы в диапазоне боковим, пока из него не выходили. Так, пишут мне, что по газу хороший объем прошел в лонги. Вот я не люблю газ торговать. Знаете, кто ходит на мои мастер-классы? Не нравится он мне. Так, переключусь обратно на Си, на валюту. Тут интересная ситуация была сверху. Я не заходил уже в шорт. Прошел неплохой объем в шорт. Вот, пятерку кинули здесь, я ее видел. Думал на ней заходить, но потом не решился. Сейчас уже вниз сишку давят, 50 пунктов дают. Сейчас я буду искать место какое-нибудь на продолжение этого лонгового движения, постараюсь. Если увижу по ленте сделок какую-нибудь инициативу в лонг. Пока что на сегодня была стандартная ситуация, мы нарисовали утром хороший минимум, потом попытались его пробить, сделали ложный прокол. Вот здесь видите, у меня в кластерах самая последняя у нас цена сегодня 57, 68, 50, и там прошло 15 тысяч в лонг на томе. В принципе, что являлось основанием входа в лонг, я заходил по сишке. Здесь взял 60 пунктов в лонги. Хотя он пошел там более чем на 100. Добавлю участников. Поменял кластера на валюте на 10 минутки, чтобы было лучше видно объем.
где биржевые сделки проходят по сишке. Видели, что летали наверх квадратики? Видите, они проходят на уровне 58-264. Вот я же перемотал на сишке. Вот они. Здесь маленькие объемы, 162, 60, 141. Кстати, в обычные дни, часто в том месте, где проходит внебиржевая сделка, туда потом приходит цена. То есть является какой-то целью движения. Не знаю, с чем это связано, но неоднократно замечал такой момент, что в том месте, где проходили внебиржевые сделки, мы потом туда доходим. Пока без сделки, смотрю на Сбер, на РТС, на нефть, на Сишку, пока не вижу ситуации, пока жду. Ребята, кто там видел тему мастер-класса, напишите, пожалуйста. Там вроде бы пробой отскок был, правильно я думаю? Спасибо. Вчера, кстати, на вечерке был неплохой пробой по сишке нашего дневного минимума. Но он так вяло шел, что я в него зашел и в итоге вышел почти в нулях. А он там прошел более чем на 150 пунктов. Шорты. Шорты. Вопрос странный, сколько сишка позволяет в момент закидывать контрактов? Сишка очень емкий инструмент. Тысячу, полторы тысячи можете легко закидывать, никто не заметит. 5000 уже сложнее. Но как это определить? Смотрите в стакан. Видите, у вас в принципе ну, объем 1500 почти везде есть. То есть закинуть такой объем здесь совершенно не составляет труда. В чем вопрос объемов? Объем становится заметным, когда другие участники воспринимают его как большую плотность. То есть для оси вот 5000 это уже большая плотность. Уже большое количество скальперов начнет пытаться вставать от вас. Но опять же, если вы свой объем 5000 раскидываете по 1000 или по 500 и заходите в диапазоне, то тоже особо никто не заметит. Пытаюсь сейчас вставить в лонг с небольшим стопом по сишке. Евро, видите, пока на хаях, ниже не идет.
Смотрю на нефть. Нефть прокалывала свой максимум. Вроде бы вкатывает обратно. Ну, вот такой неплохой вход. Стандартный вход с буферной зоны. Скинул часть позиции в небольшом плюсе. Помните, что говорил, что собираюсь встать по тренду на выход наверх? Евро проколол, кажется, свой хай. Да, так и есть. Смотрим, что будет дальше. Что-то не вижу, если я еще раз покупателя по валюте. Нефть так пришибают сишку, нефть корректируется вниз. Это кинули потом и 3000 в шорт, вот по ленте пролетело, я вам показываю. Скинул еще часть, не понимаю, что сейчас происходит. Евро наверх, по идее должны выйти наверх. Так, Сбербанк повалился вниз. Ребята, кто Сбер смотрит, аккуратно. Так, участников добавить. Сейчас добавлю. Похоже, поставили айсберг на томе на 57, 75, 50. Смотрю на евро, видите, евро 71.2500. Напоминаю, что сейчас для последнего времени для валюты хороший поводырь евро. Он тащит, тащит нас часто. Наставили шестерку, четверку сверху на томе. Скидываю я еще часть позиции. Так, закрылся. Сбербанк летает. Сбербанк снес нижние стоп-лоссы. Развернулся наверх. Классическая сделка.
Ладно, оставили для вида посмотреть, что будет с той сделкой. Сверху пока ставят на Томми пятерочку. Вернее, четверка, там склейка была. Смотрите, по ленте прошел ударом 4-4-300 съели по валюте. Опять потом мы кинули приличную заявку в шорт 2000. Поэтому из сделки вышел, потому что мы давили наверх, а нас валюта осаживала вниз довольно сильно. Боялся пролива вниз. Так, нефть ниже идет. Переключился на Сбербанк, показать, что там было интересного. Был такой локальный уровень по Сберу, про торговочки я его отметил. Был удар вниз, мы забрали снизу стопаки и дали импульс наверх. Вот, но выше не пошли. Сейчас я смотрю, что здесь будет тоже. И смотрите, по МВБ мы обновили локальный максимум. Тоже, но обновили, и опять свеча вкатывает вниз. То есть такое противное пилообразное движение, которое тяжко брать. Пока смотрим, что будет дальше. Это как раз и есть моменты ложных пробоев. Но вот на РТС видите то же самое. Мы локальный уровень кольнули наверх. Сейчас вкатываем вниз. Ну и вот смотрите на нашу нефть. Нефть 63.10 уровень второй раз коснулась, и сейчас импульс вниз идет. И по графику видите тоже, что было обновление уровня. Вот мы обновили 63, и сейчас вкатываем вниз. Сишка сейчас на 58 стоит, дает там мне там 20-30 пунктов профита. Пока не закрываюсь, пока смотрю, что будет. Ставили здесь изначально на нормальный объем, на импульсе мы там почти все, все поскидывали. Просто оставили одну часть для вида, посмотреть, что дальше будет с этой сделкой. Как бы мысль была такая, что стоять на обновление локального максимума сегодня, что пойдем выше, чем 58.087 по сишке. Mm-hmm.
пока в сделке стоим, дам вам пару ссылок на видео по нашей теме. Пробойчик, первая сделка. Наверное, многие уже видели, но тем, кто не видел, новичкам, здесь как бы отскоки, следующая сделка. А, ну вот еще у меня есть такой почти раскадрованный пробой с описанием. Тоже к этой теме подойдет, тоже вам его дам. Вот еще эта ссылка. Стараюсь на днях нарезать видео этой недели, я уже сделал несколько хороших записей, там были неплохие сделки, в том числе пробой отскоки, просто еще не было времени сесть. Ну вот, тоже с последнего дам. Тоже на нарезку сделок. Вот такая веселенькая. Наверное, из той серии, как я встаю под поезд на Сишке. На мастер-классе не всегда можно продать большое количество сделок, потому что сегодня рынок виловат, мы стоим в одной сделке уже почти 30 минут. И поэтому даю хоть какую-то информацию, как еще можно посмотреть. Ребят, времени осталось немного, какие-то вопросы задавайте по пробоям, по отскокам. А так, пока с вами буду говорить. Во-первых, пробои хорошо происходят в переход какого-то крупного временного интервала. Час, 4 часа. Ну, там меньшие варианты, полчаса тоже как подходит. Нужно смотреть. Очень редко, когда пробои происходят там, в каком-нибудь кривое время. Там 23 минуты, там, 14. То есть очень редко. Потом хорошее пробойное время – это время новостей. Допустим, уже ситуация была неоднократная на валюте, на Сишке. Мы целый день стоим в проторговке в жесткой. У нас хорошенько отрисовался максимум минимум торговой сессии. И тут у нас в 16.30 вечерние новости по Америке. Или там 18.30. И момент новостей, когда импульс идет хороший, у нас случаются хорошие пробои. Также хорошее пробойное время, последнее время на Сишке. Это вечерняя сессия. Сишка целый день боковит. Нарисовали хороший канал. И уже на вечерке, даже вам покажу сейчас пример, вчерашний день, он вообще показателен, как мы вечером вышли с проторговки дневной. Переключился на график на монитор с графиками, открываю 5-минутку Сишки, вчерашний день.
Ребят, плюсик поставьте, видно ли график. Да, спасибо. Ну вот, смотрим, вчерашний торговый день у нас нарисовался диапазон. Было у нас несколько попыток и выхода из диапазона. Ну, вот я вам показываю. Была попытка выхода наверх. Мы там захлебнулись. Не было покупателей, не было инициативы хорошей. Потом проторговка, и все, у нас торговая сессия закрылась. В диапазоне. Вот я поставил вертикальную линию. 19.25. 19.05. Вот у нас открылась вечерняя сессия. И часто меня спрашивают, можно ли торговать на вечерке, вообще бывает ли там движение. Вот пример вчерашнего дня. Смотрите. Открылись мы в 19 часов. Идет узкая проторговка. Потом развивается движение вниз. Сказал, неплохое движение вниз. Изначально мы прокалываем ближайший локальный уровень на объеме 58-136. А, причем там по валюте и по сишке кидали объемы в шорт. И потом мы выносим локальный минимум вчерашней торговой сессии 58.087. Вот, вот этот пробой. Был неплохой сквиз, и потом на вечерке такое часто бывает. Довольно долгая проторговка. И потом уже пошло движение вниз. Это вот как у нас работает вечерняя сессия. Сейчас мы видим, что мы поджимаемся по сишке к нашему локальному уровню. Я ожидаю пробоя вот этого уровня 58-112 наверх. Хорошо было бы его увидеть. Вот наша сделка давала, значит, практически 70 пунктов. Вот наш локальный хай на валюте. Сейчас мы его отметим. 57, 85, 50. Изначально здесь стояли на неплохой объем, но когда началась эта болтанка, поскидывались. Смотрим на евро. Видите, евро, как я и говорил, тащит нас наверх. Добавлю еще участников, просит. Так, смотрю на нефть. Нефть пытается подрасти. Не сильно, но пытается. Смотрю на ленту сделок по валюте. Еще что про пробои важно понимать. Пробои нужно смотреть с группы инструментов. То, что видите мои экраны, у меня каждый набор инструментов – это одна группа. То есть идеальный вариант, когда у вас все ваши инструменты идут синхронно. То есть что касается сишки, это доллар USDTOM и евро. Ну, конечно, нефть на другом экране. И обычно, когда правильное движение, то другая группа инструментов у нас идет в противоположную сторону. Сейчас некий дисбаланс, потому что сейчас РТС пытается подрастать. Сбербанк тоже пытается подрастать. Но тем не менее, сейчас стоим пока в плюсе. В принципе, была бы неплохая сделка, если бы оставили бы объем. Но тот вот как бы вынос такой резкий, когда стали кидать в шорты, он нас чуть-чуть подсбил.
Для новичков еще закину пару ссылок. Кто не знает, что такое кластерный анализ Footprint. Это первая ссылка. И вторая ссылка – это характеристика объемов и как грамотно использовать объемы, которые вы видите в кластерах. Не сразу будет всем понятно, но потом, впоследствии, когда будете смотреть на график, будете анализировать его, что-то станет ясно. Смотрю на тот, видите, кидают в лонг 3000, 1100. Смотрим, как поджимаемся к этому уровню. Это осталось буквально у нас 6 минут. Если какие-то вопросы есть, задавайте, а то скучный мастер-класс. Тянем одну сделку, больше ничего не происходит. Смотрим на ленту по потому. Вот наш локальный уровень 57, 85, 50. По сишке уровень повыше, видите, локальный 58,087. Отметим его. На томе, видите, сверху стоит десятка на 57,85,50, прямо на уровне. То есть я буду думать, наверное, о закрытии позиции в эту десятку. Не нравится, смотрите, стоим 3-5 минутки на сишке на уровне 58.050, нас не пускают наверх. В обычной ситуации для меня это знак либо на вход в противоположную сторону, либо на закрытие позиции. Дальше анализируем, смотрим на евро. Евро, видите, кидают вроде бы в шорт 500, 500. Но что сейчас пока меня тормозит, то что по тому кидают в лонги. В общем, сейчас спорная ситуация. Внимание. Еще что интересно, скоро у нас переход часа, через 3 минутки. Хорошо бы, чтобы евро дала бы, конечно, импульс наверх. Пока мы только идем за счет нефти. Нефть пока поджимают вниз. Вот наш уровень 58.087. Смотрим на десятку. Смотрите, десятку и проедают неплохо. Съели десятку. Вышел я 110 пунктов из сделки. Стал в шорт, с опаской стою, смотрю на ленту. Смотрю на евро. Евро, видите, не стал обновлять хай.
Айсберг, смотрите, 57, 85, 50 на томе. В общем, стоп, грубо говоря, 10 пунктов. Сейчас отступит и поступит. Активная сишка, вроде бы объем снизу, все говорит о том, что нужно идти наверх. Двадцать секунд до перехода. Ну. Стали кидать шорты, закрыл я пробой тут, дурацкий. Был я прав, нужно было закрыться, стоять в шортах. Нет у него сил идти наверх. Надеялся, что он вынесет, конечно, в лонг. Но то, что пошли по тому продажи большие, это решило ситуацию. Взяли неплохую сделку в лонг, 110 пунктов, встали в шорт, взяли небольшого лосика и еще раз попытались пробить этот максимум, но не получилось. Ладно, ребята, время 12:01, я буду заканчивать, надеюсь, всем было интересно. Еще раз извиняюсь за опоздание на мастер-класс, были проблемы в эбоксе, как только его починили, тут же подключился. Помните, что я говорил, что мы идем на эти внебиржевые сделки? Возможно, что мы их сегодня достанем. Все, всем большое спасибо, всем счастливо.